Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и также разрешите представить Катя Крафт. Сегодня я решил назвать ее просто так, потому что она уже заколебала на меня обижаться. Ты наконец-то назвал меня нормально по имени? Я не верю. Ладно, всем привет, прикиньте, я Катя Крафт, ура! Это тебе просто на Новый год подарок. Больше подарков не будет. И сегодня мы находимся в том месте, где люди тупеют каждую секунду. В том месте, где Эдисон и Катя ни черта не понимают, что происходит. В том месте, где вся жизнь идет наискосок. Мы в Москве. Ты думаешь, в Москве люди тупеют каждую секунду? Ну, вообще, да, есть такая статистика, но я вам уже про это говорила, как бы. Если вы в школу не ходили, то и не знаете об этом. Мне кажется, лучше с Катей Крафт не спорить, она в каждой серии нам какие-то географические данные высчитывает, пускай это будет так. В общем, прямо сейчас мы находимся в Майнкрафте, и честно тебе скажу, это первая серия челленджа в Майнкрафте, где мы не знаем, что будет происходить. Бог Майнкрафта нам просто сказал... Ребята, вы будете тупеть, и все. А что с нами будет происходить? Что вокруг нас будет окружать? Мы не знаем. За всю историю этой рубрики Майнкрафт, но мы действительно первый раз не знаем, что здесь будет происходить. Нам была дана только одна подсказка до того, как мы зашли в этот мир Майнкрафта. Сегодня мы или будем тупеть, или наоборот будем умнеть. А что будет происходить, честно, черт его побери, я вообще не в курсе. Но учитывая, что было в Майнкрафте за последние там 20-30 серий этой рубрики, мне кажется, будет много всего интересного. Я предлагаю тебе вот что сделать. Найти коней и передвигаться на них, потому что на них очень удобно и быстро. У меня как раз есть седло. Да каких коней-то? О! Неожиданный поворот среди белого дня. А у меня такой вопрос. Почему днем здесь что-то забыл мистер Крипер? Да, мистер Крипер вообще как бы уникальное существо. Оно может и днем, и ночью ходить. И на самом деле он как бы никогда не горит. Это же мистер Крипер? Вот. Серьезно? Да. Он не горит. Защитник! Вот смотри, у меня есть 27 косточек. Приручаем его. Конечно, откуда у тебя косточки? Я вот сам не знаю. Иди сюда. Красный. Давай, за нами. Пошли. Если будешь видеть мистер Криперов или какую-то нечисть, сразу ее кусай. Потому что сегодня в этом Майнкрафте вряд ли кому-то можно доверять. Кстати, подожди, Катюха, давай за мной. Я хочу кошку. Ты хочешь кошку, но проблема в том, что кошек здесь нет. Давай тоже за мной. Все за мной! Ты две собаки приручил? Да, если я сейчас третью найду, сразу третью приручу. Так может мне хотя бы одну собачку приручить, нет? Ты жадина такая. Тебе нельзя собачек приручать, ты... О, ты по кошкам. Давай за мной. Эй! Давай, пошли. Курочку надо убить. Давай. Какой мистер Крипер? Да ты... Катя, да убей! Да убей ты! Пацаны! В атаку! Подожди, у тебя еда хотя бы хоть какая-нибудь есть? Я сказал Кать, я сказал в атаку, они просто развернулись и забились в угол. Извини меня, пожалуйста, я еще не могу понять, что мне нужно делать. Держи еду и пошли. Давай за мной, быстро! Подожди, сколько ты собак приручил? Да совсем немного на самом деле. Подожди, я видел там мистер Крипер, он только что спрятался. Там мистер Крипер, давай за... Мистер Крипер? Мне кажется, ему там под водой нормально. Почему он не взрывается? Вот и у меня такой вопрос, почему он не взрывается. Пошли нафиг. Ладно, хорошо, ладно. Пошли отсюда как можно скорее. Пошли. Надеюсь, он за нами не пойдет. Я тоже надеюсь, что он за нами не пойдет. Пошли. Давай. Моя армия! Все сюда! 4 собаки должны нам сегодня жизнь спасти 100%. Пошли, Катя. А вон еще одна. Давай еще вот эту собаку. А нет, это твоя? Это уже моя. Пошли. Надо подписать срочно. Там сзади два мистера Крипера. Давай топаем отсюда наша главная... Чё? Там два мистера Крипера за мной бежит. Отвали от меня. Я не могу понять, они будут взрываться или не будут взрываться? Я, кажется, сошла с ума. Там три мистера Крипера! Кать, давай со мной! Давай, чекай!
даже не знаю, куда бежать в этом мире. Вот оно. Наше спасение. Сам не знаю... Деревушка! Честно, не знаю, от чего сегодня может быть нам спасение, но учитывая то, что только что мы встретили двух криперов, которые были добрыми, это 100% нехорошо. Пошли, моя армия, пошли. Мне кажется, это подстава какая-то. Да вот и мне кажется, что это подстава, подстав просто. Они сейчас вотрутся к нам доверие, а потом где-нибудь возьмут и хлопнут нас, и все. И Шанда, здравствуйте! Здравствуйте! Приютите немножко нас, нет? Какая большая хата! Нам здесь всем места хватит! Чёрт бы здесь вот моя кровать будет стоять! Пацаны, заходите! Заходите внутрь! Сюда! Все вместе! Да пропустите! Они залагали! Ёшкин, вы чё не можете... Пока. Давайте по одному, ребят, по одному! Не надо по одному, там опять мистер Крипер был! Посмотри на это просто. А я не знаю, он настоящий или он фейковый? Если он нас караулит возле дома... Ой. Выйди, выйди, Давай выйдем с другой стороны. Давай просто сломаем человеку дом и выйдем с другой стороны. Конечно, давай. Пошли. Мне кажется, надо забежать в кузницу и надо посмотреть, чтоб... В кузнице... И нечистая сила! Санта Мария, Дева Лючия, извините, сатана! Ой, его ударило! Катя, убей крипера, сейчас моих собак взорвет! Сколько собак погибло? Ну, вроде не одна. Там еще сзади один мисс. Убивай зомбаря! Собака! Да ёпарасы ты, у меня два сердечка, Игорь! Уйди отсюда! Еще один. Кать, пошли нафиг отсюда, пожалуйста. Да, я что-то думаю, наверное, ночку надо где-то переждать. Так, опа, железные ботиночки в этой жизни нам 100% при... Хлебушек. Слушай, выйди отсюда, из нашего дома. Выйди, когда тебя не зовут. Выйди из дома. Мистер Крипер, давайте по-хорошему. Что вам дать? У меня есть седло, у меня есть два перышка, бутылки. Проси все, что хочешь, только уйди. Он просто испарился. Отлично. Он опять появился. Мистер Крипер. Давайте пойдем отсюда. Подожди, я только что получил обсидиан, выходи. Хотя, можно даже вот так. Все, пёсели, пошлите. Эй, ты где? Ожидаю тебя на улице. Я вижу морду твоего пса, который проник ко мне в комнату. Я не могу выбраться. Я не вижу, где дверь, здесь темно. Просто сломай какую-то стену и выходи. Ты что ж такая нубососька? Вот тут я тебе... Выходи, вот ты я. Вот, давай, выходи. Ты поставил обсидиан сюда вместо двери? Выходи, я здесь. Пошли. Так он не ломается. Так я тебе другой проход проделал, Катя, с другой стороны. Пошли. Ну и нафига ты это делаешь, а? Пошли, собакин, пошли сюда. Давай, давай, он сейчас ты пойдёт. У тебя пёс застрял. У меня пёс застрял. Пошли. Подожди. Чё? Это что? О-о-о-о, что? Что такое? О, и там. У нас тут потоп. И зомби-апокалипсис небольшой! Я пойду спрячусь в дом, потому что у меня нет ни оружия, ни сердечек, ни еды. Извините, я против этого. Опа, со спины напала. Да, я так пацаны не поступают, но с Игорями по-другому нельзя. Пацаны, фас! В атаку! Ёпрасы, тут скелеты еще, да я уже взорвалась крипером, все, я не играю больше. Подожди, подойди ко мне. Я не могу, тут все в воде. Ёханый бабай, я вот тоже ничего не понимаю, что происходит. А можно, пожалуйста, минутку спокойствия в этой жизни, пожалуйста. Я уже два раза умерла. Кать, залезь, пожалуйста, на башню, давай на самый верх башни. Давай. Я сейчас тебе до башни-то доберусь, тут все в воде, тут вокруг скелеты, криперы. Постарайся залезть на башню. Мне бы сейчас крылья не помешали бы. Катя. Я? Я не знаю, что я сейчас нашел в этой башне, но что-то интересное. Добрый день! Неужели ты нашла способ, как сюда забраться? Добрый день, а чё, как у тебя псы сюда забрались? У меня такой вопрос. Подожди. Вот я не понимаю, что происходит. Я вот до сих пор не понял то...
то мы тупеем или то мы умнеем? Мне кажется, первое. Я один вижу сквидов, которые ходят по поляне. Я поняла. Это, знаешь, это выживание у них. Они такие, о, мы же живем в воде, а тут воды нет. Надо создать воду. Да, ну типа выживание в экстремальных условиях, да, получается. Мы будем жить там, где нам не предназначено, да? Они все затопили вокруг. Подожди, то есть сквиды, вот эти кальмары сраные, то есть... Вы что делаете, черти? Ты понимаешь, они затапливают нашу башню. Там с песик один утонул у тебя. Вон он. Кать, они затопили половину... Вы псы ходячие. Вы что делаете? Точнее, не псы ходячие, а кальмары летячие. Успокойтесь к чертовой бабушке, что один, что другой, сгиньте! Уйдите нафиг! Кать меня засосала вниз! У меня тоже! Все, пока! Заплывай обратно наверх! Уйдите нафиг отсюда! Как спасти собак? Они потом сами спасутся, не переживай. Так, я тут кое-что нашел на крыше этой башни, и надо разобраться, что это за дичь. А как наверх-то подняться? По воде. Слушай, и у меня такое ощущение, что я забыла полностью, как играть в Майнкрафт. И, в принципе, уйди отсюда. Уйди. Слушай, Кать, я впервые вижу, что это за фигня. Но граната! Граната? Снайперская винтовка, ослепляющая граната, патроны, миниган. Подожди. Ух ты, базука. Подожди, а у меня вопрос, а куда? Так, порох. Здесь почти стак железа, Кать. Так а тут как раз таки нужно железо и порох для того, чтобы запустить эту шарманку. Слушай, так может вот нам знак свыше? Это выход из этой ловушки? Это выход, наверное, из этой ситуации. То есть, подожди, если я сейчас сделаю, где эта фигня находится, снайперская винтовка, вот она. Ой. Ёханы, ну ты крутая сейчас, бабенцы, а ну выкинь её мне, дай сюда. А где пульки? Дай пульки, подожди. Я хочу выстрелить. Пульки у нас делаются из вот этих куриных наггетсов. Они у нас вот здесь и... Сколько там пулек у тебя есть? 64 плюс 64. А ну давай. А как стрелять-то? Не стреляется что-то. А ну дай сюда. На. Пошла жара по трубам. Ну дай мне пострелять. Держи эту шайтан-машину, а я сейчас себе сделаю. Тут есть дробовик? Я же видел шотган. Опа! А пожителя можно стрелять? О, там Маринка. Подожди. Там Маринка стоит. Дробовик отдай, который я только что тебе скрафтил. Отдай дробаш. Подожди. Да как стрелять? Ты в собаку выстрелила, а тебя собака из башни столкнула. Ой. Так, сейчас... Я сейчас спущусь, да, я себе патроны сделаю. Я тут. Давай. Словишь меня? Давай, прыгай. Давай. Давай, оп. Опа. Ой, какой молодец. Да пацаны! Да нафиг, блин, отошли! Отошли! Подождите! Кать, дай дробаш! Быстро, я сзади тебя! Там уже патроны почти кончились! Нафига у тебя! Это не дробаш, это... Ты взорвала только что винту... Ядрёный... Всё пока! Да нет, пожалуйста, не надо, что я сделала плохого! Дай, пожалуйста, дробовик ради святых куриных яиц! Дай дробовик! Забирай! Ты где? Мистер Крипер, пожалуйста, пощади! Я не трогала твоих детей! На, защищай меня! Собак осталось мало, а я у тебя одна. Последние две собаки, которые выжили в этом непонятном Майнкрафт-дуримонском мире. Не трогай свинью, она еще может сыграть нам на руку! Так... Мне кажется, то что... Чё ты мучаешься? Вот о, как... мяско. Вот как надо. Кать, пошли за мной, сейчас разберемся с этими сратыми маринками. Давай. Давай. Главное, идите за мной. Кать, иди за мной, если что, достань меч на всякий случай. Хорошо. О! Нифига ты как вовремя среагировал. А тут не вовремя среагировал, о! А тут вовремя среагировал. Молодец, горжусь. Катя, с этим дробашом я сейчас такие дела наворочу. Давай, собирай порох. Порох пригодится для патронов. Собирай порох. Вот там дальше.
И пошли за мной, сейчас мы с этими курицами носатыми разберемся. Слушайте, кошелки старые. Ты что, не обзываешь их так сильно-то, ну? Ладно, не кошелки старые, просто престарелые немножко чуть-чуть красивые мадмуазели. Тинти убрала из руки, из руки, и вот ты убрала, что там держишь. Просто выстрели в них, и не надо с ними церемониться, и закончим все это, давай. Да, ты подожди, ты понимаешь, что они смогут возродиться так же, как и мы в Майнкрафте? С ними надо договориться, они не такие простые, как ты думаешь. Ага. Ой, Дуримонда разбила свое же зелье. В себя же выкинула, да? Дурочка, с переулочка. Мне кажется, сейчас спущусь сюда, мне кажется, мы с вами сможем найти общий язык, что с тобой, что с тобой. Не, ну ты, может быть, сможешь найти общий язык с дробашом, а я с мечом не смогу. Ну, с дробашом-то я точно смогу найти общий язык. В общем, слушайте, мы не понимаем, как мы очутились в этом мире Майнкрафте, и мы не понимаем, что нам, в принципе, сегодня делать здесь. Здесь происходит какая-то лютая дичь, вы это можете понять? Поэтому вместо того, чтобы здесь выпендриваться, помогите нам, пожалуйста, а? Да, просто выбраться отсюда. Мы больше ничего не просим. Мы не хотим, чтобы кальмары топили всю деревню вот здесь нафиг. Во-во! Молчат. Да, в смысле? А может, давайте по-другому как-то договоримся? Да ну ладно, ну что вы сразу начинаете? Нормально же общались. Да, давайте по-другому. Мы же просто просим о помощи. Пожалуйста! Маринка, ну мы с тобой с первого класса вместе, ну. Отлично. А вот это было лишнее! Вы, походу, одну мою собаку убили! Катя, твоя левая эта кошелка, моя правая кошелка! А сейчас сюда все, подошли! Побежали! А в атаку этот песель! Минус Авада одна. Кедавра! А какая Авада Кедавра? Катя, ты не в Гарри Поттере! Блин, а хотелось бы! Где эта Маринка? Иди сюда, сейчас прикончу нафиг тебя! Где вторая Маринка? Я одну убил, где вторая? Вторую тоже надо убить. Вот она, собака! Сюда подошла! На! Она заспавнилась! На! Авада Кедавра! Слушай, да сгинь ты нафиг, а? Уйди, уйди просто!